браво, потрясающе. Как говорят в Азербайджане? Айсаул! Вот, здорово, друзья. Доброго утра мы вам желаем. Зажигательный танец совершенно. Мы сейчас вдохновились. Недавно в Екатеринбурге открылась студия федеральной сети азербайджанских танцев «Карабах». И мы сейчас узнаем все секреты азербайджанской культуры. Ну, не все, конечно же, лишь маленькую толику. Секреты азербайджанской культуры, традиции. И у нас сегодня в гостях замечательные танцоры. И Фамил Ахмедов, директор федеральной сети школ «Карабах». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Действительно, доброе утро. Потрясающе. Вы открыли танцевальную студию «Карабах» в Екатеринбурге. У вас ведь не первая эта школа? Нет, не первая. Основная. Наш центр находится непосредственно в Москве. Школа так. была основана... Порядка, почти восьмой год сейчас идет. Угу. Изначально мы располагались только в Москве, потихонечку так. начали, как говорится, распространяться. Почему Екатеринбург-то выбрали? Потому что административный центр, большой город, один из самых больших городов России. Но у нас здесь тоже большая азербайджанская диаспора. Само собой, конечно. Ну, то есть мы изначально пошли, как говорится, с Дальнего Востока. Так. Мы открылись во Владивостоке, потом уже перешли в Сибирь и Новосибирск. Mm-hmm. И для того, чтобы, скажем так, следить за всем этим, быть центром вот этих всех трех федеральных округов, мы выбрали Екатеринбург, так как здесь прежде всего находится Генеральное консульство Азербайджана. Да. И как раз все эти территории... Эльгар Фазилич, вам привет от меня. От нас тоже. Вот, и непосредственно все эти федеральные округа, они находятся под аккредитацией нашего консульства, и мы вместе планируем популяризировать нашу культуру, учить. Скажите, пожалуйста, вы только танцами занимаетесь в этой студии или еще какие-то занятия проходят? Непосредственно в Екатеринбурге мы планируем обучать азербайджанским танцам, танцам Северного Кавказа, и также игре на кавказских барабанах, непосредственно в этом городе. А если говорить, например, про Москву, то можно сказать, что по всем направлениям, по всем дисциплинам можно обучаться индивидуально, по любым. А если про групповые, то там также это музыкальные инструменты идут. Ну, а вот каких учеников вы ждете? Это должен быть маленький ребенок, может, уже человек взрослый. И национальная принадлежность играет ли какое-то Нет, значение? Абсолютно никакой роли не играет. Вот про национальную принадлежность очень интересный момент скажу, что в Москве мы вот недавно выступали в Рязани. У нас был концерт сольный в честь дня рождения Есенина. Проводился концерт, и по персидским мотивам мы как раз показывали вот блок азербайджанских танцев. И, знаете, 14 танцоров поехало. Из 14 танцоров четверо были азербайджанцы. А 10 человек были русские. Парни и девушки. То есть мы обучаем... Национальность вообще не имеет никакого. А возраст? Возраст, если мы говорим про студию танцев, то сейчас на сортировке у нас получается детская группа работает, а в центре здесь на Толмачево у нас работает взрослая группа. Это от 4 лет так. До 10. Ну, это как бы, как сказать, всех, кто старше, мы уже во взрослую переводим. Понятно, понятно. А как можно записаться к вам на занятия? Нужно ли проходить какой-то отбор, или вы всех желающих берете? В студию нет, никакого отбора абсолютно нет, все по желанию, кто хочет научиться, пусть приходит, мы научим всех. Главное, чтобы было желание, а способности это уже... Итак, в Екатеринбурге вы будете обучать так танцам азербайджанским... Северокавказским. Северокавказские танцы. И плюс игре на азербайджанских инструментах. Здорово. Насколько я понимаю, у вас еще будет какой-то ансамбль организован, обязательно, да? Обязательно, и вот туда уже какой-то отбор проходит. Да, туда уже непосредственно в ансамбль будет проходить отбор, потому что у нас очень-очень большие цели на ближайшие несколько лет. Ну и дальше тем более, но самое сложное, как говорится, это запуск. Вот. Студия называется «Карабах». Что означает это слово? Почему так называется? Ну, Карабах – это регион, всем известный в Азербайджане. Да. Это жемчужина нашей страны. И она все эти годы объединяла, в принципе, всех. Вообще, в принципе, всех людей. По разным признакам. И мы вот несем наше культурное наследие, вот эту вот просветительскую работу. Хотим обогатить молодежь, рассказать о себе, послушать других. И хотим, чтобы гордо везде, со всех уголков мира звучало именно это название. А можете рассказать как раз нашим телезрителям, в чем уникальность азербайджанских танцев? Ну вот только что ребята танцевали, Ибрагим с Дианой танцевали танец, который называется «Назаляме». Переводится как «не капризничай, не кокетничай». То есть вначале, когда парень... ведет девушку, она укрывается фатой, всячески не хочет, потом он пытается ее поймать. Вот уже на фоне этого танца могу сказать, что азербайджанская культура, в принципе, вся, а в частности хореография, она
отличается именно историей. То есть каждый танец – это отдельная история. И именно вот в движениях, в музыке эту историю можно прочитать, прочувствовать. Круто, круто. Ну, какие планы на будущее? Где еще хотите открыть свою студию, ну, кроме Екатеринбурга? По центрам именно округов мы уже, как говорится, прошлись чуть-чуть, да, и теперь именно на Урале у нас планы — это Тюмень, в Пермский край, может быть, того как бы зайдем. Будем уже дислоцироваться и развиваться непосредственно в самом регионе. Здорово. Ну что ж, да, мы желаем вам успехов, желаем развития максимального. Спасибо большое, что рассказали нашим телезрителям обо всем. Я напомню, у нас в гостях был директор федеральной сети школ «Карабах». Ну что ж. Фамил Ахмедов и Ибрагим Диана, вам тоже огромное спасибо. Обогатили нашу программу сегодня своим замечательным танцем. Спасибо, Фамил. Вам спасибо. Айсаул. Здорово.